Yes, by close of trade. Так, окончание торгов в пятницу. Нет, больше времени no, дать не могу. Вы знаете условия, знаете о последствиях. You know the consequences. No, this is not a veiled threat. Нет, это не завуалированная угроза. Это прямая угроза, если не выполните. Крах всей экономики будет на вашей совести. Я позабочусь о том, чтобы вы были лишены власти. Вы будете жить в позоре, и вас все будут ненавидеть. Я выразился ясно? Хорошо, значит, в пятницу. Спокойной ночи, мистер президент. Ты получил, дорогой? Почти триллион. Скоро все ценное станет моим. Я буду управлять миром при помощи долгов. У меня абсолютная власть. Мир, наконец, станет твоей сучкой, как и я. Осталось лишь схватить за волосы и опрокинуть. В чем дело? Что? В чем дело? Незаконченное дело. Незаконченное дело какое? Сын предателя Спарты, Данте. Он? Он все еще там. Охотники найдут его. Они нашли Спарту и его шлюху. И когда найдут, я разорву ей его грудь голыми руками и сожру его бьющееся сердце. Демоны накапливали свои силы тысячелетиями. Они собираются взять под контроль все человечество. Граждане, мы слишком долго находились в плену иллюзий. Пора проснуться. Этот псих в маске, которого вы только что видели, утверждает, что принадлежит организации под названием Орден. Эта группировка взяла на себя ответственность за несколько серьезных терактов, которые произошли в последнее время. Он, без сомнения, является изменником и террористом. И я не сторонник смертной казни, так что есть только один способ избавиться от него. Взять за застрелить сукина сына. Это Боб Барбас, просто делаю работу Бога. Дан, ты уходи отсюда, ты в опасности. Кто ты? Чего ты хочешь? Ты был неосторожен, оставил след, и теперь он нашел тебя. Ты о чем? Кто нашел меня? Демон-охотник. Он здесь.
Данден. Он затягивает тебя в лимб. Демонское отродье. Уже слишком поздно, тебе придется уходить с боем. Черт, обратно в лифт. Плохой день для похмелья. Воу! Убери свои ебаные лапы от твоего трейлера. Не попал. А вот и первые демоны. Время пришло для мятежников. Хочешь подраться? Ну давай. Ну сап, ребятки, с вами канал Алигемблас, твой Рак, и это Devil May Cry, да. Решил вспомнить одну старенькую, но очень хорошую игру. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Так, удерживайте F, чтобы подбросить врагов в воздух. Понял. И сделайте для этого еще жонглирование с четырьмя кнопками. Да, у нас неплохо получается. Так, shift для уклонения. Окей. Найти новый предмет, белая сфера. После убитых врагов остаются белые сферы, наполняющие полоску индикатора улучшений Данте. При каждом наполнении полоски индикатора Данте получает возможность разблокировать новые способности с помощью магазина улучшений. Отличная информация, заполнилась. Так, найденный новый предмет, красная сфера. После убитых врагов остаются красные сферы, которые можно потратить в магазине на приобретение предметов улучшения здоровья и прочего. Запомним. Ну, вообще, как бы мы эту информацию знаем. Прошлое. Лет. Но все равно освежить память не помешает. Данте, сюда. Кто это сказал? Отличная игра, отличные музыкальные композиции. Мои пистолеты. И отличная сюжетная составляющая. На демона не на шутку разозлился. Так, погнали. С боем, так с боем. С первого раза ни у кого не выходит. Слишком резко меняются траектории движения. Возможно, если мы не будем спешить. Эбони, Эвери, я скучал по вам, девочки. Новый демон. Тренировка по стрельбе. Как раз вовремя. Разблокировано новое оружие Эбони Эвери. Крупнокалиберный пистолет, обеспечивающий высокую скорострельность при ведении огня по одиночной цели. Несмотря на то, что они наносят незначительные уроны, Эбони Эвери способны превратить атаки слабых врагов. Способны прервать атаки слабых врагов. Возьмем на заметку. А я бы не сказал, что они прям слабенькие.
Так, этого разрубили, а этого застрелили. Вроде пока неплохо все получается, да? Так, сейчас пособираем немножко предметов, которые нас здесь вокруг окружают. Некоторые вещи, души. Данте! Данте! Не стреляй меня! Меня зовут Кэт, я демон. Я в реальном мире, а вот ты в лимбе. Почему я вижу тебя? Я медиум. Ясновидящее, я могу превращаться в лимбе и обращаться с тобой. Я могу видеть тебя и говорить с тобой, но я на самом деле я не в лимбе. А если я выстрелю? Я погибну. Я рискую жизнью ради тебя. Я хочу помочь. Мне не нужна твоя помощь. Охотник затащил тебя в лимб. Я могу вытащить тебя отсюда. Я бывал здесь и раньше. Я знаю, как выбраться. Нужно драться с каждым гребаным демоном. Не стоит драться с охотником. Он необычный демон. Иди за мной. Сейчас же. Ладно. Допустим. Куда она делась? Используйте крупквашные атаки против пропавших душ, чтобы освободить их. Хорошо. Давайте попробуем. Пропащая душа. Души, заточенные в лимбе. Освободите их, и бонус до завершения миссии увеличится. Как раз то, что нужно. Получено очко улучшений. Получено. Я понял. А, вот что меня прибивало. Там карусель крутилась. Я думаю, что я прыгаю, и меня что-то по голове бьет. Было неприятно, но что поделать. Не сразу сообразили. Будем знать. Удерживайте спейс, чтобы прыгать выше. Запомним. Погоди. Ага, вот так вот. Отлично, найди новый предмет. Золотая сфера может быть исполнена для воскрешения, если Данте умрет. Найс. Смотри-ка, какая-то звездочка. Итак, найди новый предмет. Малая звезда жизни восстанавливает небольшую часть здоровья Данте. Я слышу какую-то душу. И она где-то рядом. Возможно, к ней как-то можно пройти, но явно не здесь. Давайте посмотрим, может быть, где-то в другом месте есть душа. Ага.
где-то там спрятано. Как туда проникнуть? Давайте посмотрим, может быть, есть обходной вход какой-то с другой стороны. Но чё-то ничего нету. А как же тогда туда попасть? Это прям загадка века. Ладно, возможно, в другой раз. Или в другом месте. Это что такое? Используйте божественный для покупки предметов и разблокировки новых достижений. Давай возьмем улучшение предметы. Давай улучшение. Способности. Давай двойной прыжок, запрыгивать на врага. Отлично, уклонение. А стоило нам вообще это брать или нет? Не знаю. Мятежник. Рыбака уровень 2. После длительной из 4 молниеносных рубящих ударов уровень 2 наносит больше урона. Ха-ха, очков-то уже нету. Вроде бы все собрали, ничего не оставили. Но... Это мой плащ? Как он там оказался? Вау! Breaking news. We go live to our eye in the sky. Экстренные новости. Съемки идут с камеры наблюдения. Стив, я не могу поверить своим глазам. А тем временем люди не понимают, что происходит. Да, да что вы такое? Да что ты подсидел меня так, а? Hey, get down here. Спускайся. Не уклоняйся. Не сражайся. Ну, возможно, у нас ничего не получится. Сидел. Не сейчас. Где там? Я слышу, как кричит чья-то душа. Отвали. Вау. Воу. Это было неожиданно. Где-то здесь. Где-то здесь. Вот. А как сюда пройти? Неизвестно. Ладно. Попробуем пройти дальше. Возможно, проход будет где-то здесь. Вау. Страшный же ты. Не, вернись. Да, непонятка какая-то с этим демоном. Что с ним делать, пока неизвестно. Но я думаю, скоро нам все покажут. Называем про души. Это что-то еще. Вау. Нельзя же так пугать. Thank you.
есть. Здесь все собрали, где-то что-то еще. Здесь выхода нет. Справа где-то. Недостаточно ключей, я понял. А где же мне эти ключи собирать-то? Может быть, потом, при повторном прохождении? Явно какая-то загадка. Ух ты! А дверка-то закрыта. Ладно. Пойдем этой дорогой. Excellent. Good. Выход, хорошо. Стой. Not good. Нет, не хорошо. Yeah, whatever. Да, подумай. Ну вот и делано. Так, отлично. Я думаю, сначала нужно с ними расправиться. Ладно, договорились. Немножко промазал, но ничего, бывает. Ну все, с первого раза. Да прекратите же вы. Отсылочка. Классическому данту я никогда такой не буду в жизни. Это не получится. Он более непробиваемый. Да как его тогда победить? Впереди разлом. Он поможет тебе вернуться в реальный мир. Хорошо. Жесть. А что с тобой происходит? Нет, опять. Okay, then. Ну ладно, давай драться. Данте, wait. Данте, подожди, работает. Теперь ты можешь с ним драться. Будет непросто. Охотник – сильный воин. It's working. You can fight him now. It won't be easy. Охотник. Окей, мы это выяснили. Hunters are brutal fighters. Отлично. Она его сбрызнула какой-то фигней. Данте! Данте, ты меня слышишь? Yeah, I hear you. Где его лицо? Да, где он? Так, он убегает. Это уже хорошо. Используй пистолеты. Да я ими пользуюсь. Так, вроде проработает. Во-во-во, уходи. Что, больно, да?
назад. Давай, иди сюда. А это что еще такое? Вау! Что себе? Вот это приколы. А, да как это работает? Go for it! Я сказал, спускайся. Do you fucking demons even feel pain? Ты, блин, демон, вообще боль чувствуешь? Game over. Игра окончена. Сын Спарты. Son of who? Чейсон. Тебя дошли, считай, что ты труп, как и твоя шлюха, мать. Люха, мать? Я не пойму свою маму, но если ты назвал ее сукин сын, то тебе конец. Моя мать. Я едва ее помню. Жесть, полгорода разнесли. Как ты, Данте? Откуда ты меня знаешь? Мой босс тебя знает. Он хочет, чтобы ты пошел со мной. Пожалуйста. Я же помогла тебе. Я не просил твоей помощи. Ладно, поехали. Мы знаем о тебе все, Данте. Я стою в организации под названием Орден. Слышал о таком? Это какое-то связано с тем типом маски. Это мой босс. Чудесно. Не могу дождаться вашего знакомства. Нам только что доложили нападение террористов, которое произошло в Пирсибилью, находящемся на этой части города. Полиция просит соблюдать все бдители, следуйте. Атака могут произойти где угодно, когда угодно, тогда, когда вы будете ждать этого меньше всего. У нас есть свой запах, сын Спарта, теперь это только вопрос времени. Миссия завершена. Что ж, ребятки, я думаю, на этой минуте мы закончим начало нашего прохождения этой удивительной игры. С вами был канал The Game Let's Play Rack. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваши пальчики замечательные под этим видео. И помните, что на канале есть еще раздел видео, где можно посмотреть много замечательных других видеороликов, которые мы уже сделали для вас. А у меня на этом все. Пока.